Всем привет! Пока у меня проблемы со звуком на телефоне, мне придется снимать обзорчики вот в таком вот формате, и надеюсь, звук не подведет. Итак, у меня пришел мой второй заказик Avon. Это по предпоследнему, получается, каталогу. То есть будет еще один каталог, который сейчас действует. А это уже, получается, мне пришел январский каталог. Знаете, ну тут я крон скидочный, тут много скидок. Я уже даже себе кое-что приглядела. Но потом вы, конечно же, увидите, что я в нем заказала. Я сейчас прям хотела вам показать. Увидела браслетики, которые мне очень понравились. Вот эти вот сережки мне очень тоже понравились. Смотрите. Набор сережек. Это видно к 14 февраля, что ли, они как-то. Ну, в общем, этот каталог я еще буду изучать. Но кое-что, конечно, я в нем себе уже приглядела. Ну, а теперь давайте к самому заказу. Значит, первое, что вам показываю, это гель для душа мужской «Взрыв прохлады». Охлаждающий ментол. То есть, я так понимаю, там с охлаждающим ментолом присутствует. Ментол сейчас... Аромат хочу вам сказать. Значит, аромат хочу вам сказать такой нестандартный для Avon. Не прям, вот, знаете, у них бывает такой вот синий особенно. Прям такой, ну, мужской аромат. Здесь мужской аромат, но очень приятный. Мне очень понравился. То есть могу порекомендовать вот такой вот гель. Но еще плюс ко всему мне один из его попробует. И я вам потом во влогах смогу уже рассказать, действительно же, с ментолом он или нет, охлаждает или нет. В общем-то, это во влогах вы уже увидите мои отзывы. Наконец-то я дождалась своей пены для ванны. Но это еще не все, еще одна будет. Но пока расскажу вам вот это. Сладкие сны и душевное равновесие. По 500 мл. Они были в скидочном буклете. Естественно, я себе взяла. Значит, одна вот такая прям синяя. Там прям пенка такая синяя-синяя. Мне кажется, это то ли у них какая-то серия, что ли, стала с тем, что... какой-то ароматерапии или что, я не знаю. В общем-то, сейчас я хочу ароматы оценить и вам расскажу. Смотрите, вот такая вот она синяя. Но знаете, раньше у них здесь была такая фольга сверху, как это называется, которая закрывала. Теперь без фольги, вот, то есть вот так вот просто, я считаю, что может при транспортировке и вытечь. Не очень-то хорошо. Сейчас по аромату. Ой, вкусный. Ой, он напоминает какой-то аромат каких-то духов. Прям такой очень-очень даже прекрасный аромат. Сладкие сны. Очень приличный. Очень вкусно. Прям сладенький такой. Такой зелененький. Но я вам хочу заметить, пена почему-то стала намного жиже, чем была она раньше. Смотрите, у меня от колпачка пролилось. Вот такой цвет пены синий. Сейчас мы оценим этот аромат. Но это такой более травяной. Ну, тоже приятный, насыщенный. Ну, прям травяной такой аромат. Но я хотя не умею описывать аромат, имейте в виду, это только мое мнение по этим ароматам. Ну, еще одна пена. Сейчас я вытру эти капли. Посмотрите, у меня две капли уже. Еще одна пена, но это уже литровая. Она тоже была со скидкой, с какой-то большой. В общем, роскошные цветы. Пена для ванны. По-моему, там георгин, что ли, с чем-то называется. Сейчас заценим аромат. Ой, ну тоже вкусненько. Прям такой конфетный аромат. Очень приятный. Мне очень понравился. Блин, ну я люблю пены, и вы напишите, вот вы любите, я люблю гели, пены, ароматы у них, конечно, классные. И пенятся они очень хорошо. Вот я сколько не покупала пен, естественно, Lush пены, это да, всякие бомбочки, это круто. Но вот если более-менее бюджетные, это для меня всегда были Avon. Ни в Oriflame, ни где-либо я не видела по такой доступной цене таких хороших пен. К тому же у них всегда большие объемы, что очень круто. Дальше заказала вот такой гель для интимной гигиены. Деликатный с экстрактом ромашки. Чеш, средство для женской интимной гигиены. В общем-то, Лика мне, если честно, его уже попробовала. И сказала, что очень здоровский. У нее до этого такой крем-гель. Она говорит, это намного мягче, лучше пенится. Очень, говорит, приятный. В общем, она заценила. Слушайте, ну Avon сейчас очень много появилось именно для интимной гигиены всяких гелей. Там молочко, там пенки какие-то. Еще раньше было, по-моему, два вида и все. Ну вот я выбрала в этот раз с экстрактом ромашки. Все-таки экстракт ромашки он успокаивает, и такой он
Увлажняющий, в общем, взяла вот такой. Напишите, если кто-то берет просто огромное количество видов, напишите, какими вы пользуетесь. Может быть, чтобы я понимала, потому что я растерялась, что брать. Кто-то, может, что-то посоветует, кому-то лучше. Подскажите, если кто-то знает. Причем большой объем, видите, 300 миллилитров. Ценник очень хороший на нее. Дальше я заказала вот такой набор. То есть это прям вот шло набором. Цену я не помню. Что-то по цене каталога то ли 129 рублей, в общем, не помню. Вот такое мыло. Туда входит райский сад, в этот наборчик. Такой сейчас очень актуально, знаете, вот даже для подарочка взять. Ну, я покажу пример упаковки подарка. Может быть, даже вам сейчас могу показать, сейчас посмотрю. Можно вот взять и подарить такой бюджетный подарок. Всегда актуально и удобно. В общем, мыло. Потом идет защита и восстановление для очень сухой кожи рук, без запаха, кремчик. Он такой, я думаю, что он с этим, как он, с глицерином или как это называется? Концентрирую бальзам. Наносим крем на кожу. Как это, по-моему, с глицерином, да, считается? Ну, в общем, я думаю, что он такой, но он действительно без ароматы. Ну, я вот не скажу, я легкую отдушку мне, или тоже у меня пена в носу просто. Сейчас, секунду. Да, он такой вот прям маслянистый, с глицерином. И он, даже если есть, то очень-очень легкий запах и очень приятный. Слушайте, крем очень крутой. Я сейчас вот его попробовала чуть-чуть, капельку. Он очень крутой. Я рекомендую вот на ночь, особенно как маску, его можно использовать. И лосьон спрей для рук, антибактериальный эффект. Вот все, что сейчас, да, нужно. Еще можно маску приложить, вообще супер, очень актуально. Сейчас я вам покажу пример, как можно, например, новогодний подарочек сделать вот такой бюджетный. Мы сегодня вот как раз были в фикс-прайсе, и я брала там вот эти коробочки. У них очень красивые в этом году коробки по 55 рублей. Но сейчас уже не стало. У меня будет видео, наверное, с бюджетными подарками разными. Я как бы я сделала, например, я бы положила вниз. Ну, можно взять мишуру, порезать, например, такой сделать мягкую подушку из мишуры, там, какого-то цвета, например, серебряную, да, вот так вот уложить это все. А сверху можно, бывают какие-то плоские елочные игрушки, например, или какие-то сладости можно, новогодние тросточки положить, ну, или что-то, например, добавить еще что-то. Ну, вот, предположим, у меня вот есть такие красные конфеты, то есть их можно вот так вот засыпать. Ну, грубо говоря, просто здесь рядом стоят, поэтому я вам показываю вот так вот, смотрите. Они красные, еще бы с зелеными смешать, да, такая вообще новогодняя атмосфера получилась бы. Мне кажется, очень круто. Вот так засыпаешь на фоне, например, серебряного мишуры. Очень крутая идея. Вот мне прям самой даже нравится. Мне бы было очень приятно получить такой подарок. Можно еще, знаете, что положить, например, либо маску какую-то стильную. Кстати, у меня тут есть где-то маска. Не вижу ее сейчас. Лика себе заказала как раз маску. Сейчас найдем. Я ее взяла, а куда я делала, не помню. Вот. И вот так вот закрываем просто крышечкой. И у вас вот такая чудесная коробочка. Такой очень, я считаю, бюджетный подарок. То есть, ну там, ну сколько, 200-250 рублей, да, вот такой презент. Очень, мне кажется, классно. Ну или взять, я говорю, какие-то новогодние конфеты, новогодние шоколадки, все что угодно. Вот такая вам идея от меня. Продолжаем разговор. Значит, Лика себе захотела заказать бижутерию, она тоже была со скидкой. Она была в такой белой коробке Avon. И посмотрите, внутри стали делать Avon вот такие коробочки без опознавательных знаков, что очень приятно, что это Avon. То есть, ну, как бы так вот, всегда раньше у них были прям на всех коробках, что это прям Avon крупными буквами. Сейчас нет. Значит, заказала она себе вот такую цепочку. Сейчас я ее попробую продемонстрировать одной рукой, в общем-то. Цепочка вот с такими лепесточками она идет. Значит, во-первых, ну, я вам могу сказать сразу, Avon всегда отличался, что вот это вот, особенно под золото, прям дорого-богато, под золото, под золото. Это раз. Ну, как-то мне всегда это не очень нравилось, но, хотя вот у меня золотое кольцо, вот сравните, в принципе, да, вот обручальное особенно, такое рыжее золото.
стандартное, как оно, красное называется. Вот. Но она хотела себе прям под шею, а здесь именно она такая длинная цепочка. Но я знаю, что бижутерия, у меня много было бижутерии со времен Тейвен, когда я им, ну, говорила, что я раньше занималась. Она держится хорошо, она не темнеет, не слазит, ничего. В общем, не знаю, будет ли Лика носить или нет в итоге, потому что она длинновата для нее. Это, знаете, прикольно под какую-нибудь рубашку такую, где расстегнута по грудь, то есть... Оно будет прикольно смотреться. Вот. Но как бы что есть, то есть. Дальше. А, какой у меня сегодня будет отвратительный обзор. Ну ладно. А, вот такой гель для душа. Счастье с ароматом граната и фрези. Крем-гель для душа. Сейчас, если у меня получится одной рукой открыть, это будет круто. Так тяжело стали открываться. Сейчас я открою. Вот открыла. Сразу такой аромат пошел. Сейчас. Ой, ну вкусно. Прям. Ой. Что-то мне так напоминает какую-то жвачку, что ли, фруктовую или мармеладку. Очень вкусный. Очень вкусный. Мне прям очень нравится этот аромат. Прям рекомендую, рекомендую, рекомендую. Дальше. Так, дальше. Взяла себе сушку. А, давно у них эта сушка для ногтей. Это которая, знаете, лак сверху попшикал. И классно. Быстро типа сохнет лак. Но у них давно, я знакома с этой сушкой. У меня, я последнее время брала себе другой фирмы. Кстати, ногти не стерла специально, потому что я вам хочу кое-что рассказать про них. Вот, значит, хорошая сушка, причем она не маслянистая. Мне нравится, всегда брала, и вот сейчас тоже решила взять. Значит, здесь у меня лак для ногтей. Вот это Марк. Говорят, хорошая серия. Там и губные помады хвалят, и блески для губ. Я себе взяла вот такой цвет. Ну, какой он такой? Кофе с молоком, да? А еще не пробовала, как он будет на ногтях. Что-то у меня такие цвета потянули, видите? А, просто почему, я сразу скажу. В общем, вот, смотрите, я это... Он, ну, правда, отлетела здесь тоже. А, из Фаберлика я показывала этот... Лак, вот этот типа гель-лак без лампы, он облетает. Ну, сколько тут я уже... Ну, я хорошо так терла, я так это... Но он очень плохо ложится. Я сейчас вот мыла кухню, там оттирала. Он... Ну, эти другие облетели. Но просто вот вам показываю. Он плохо ложится, он плотный. Кстати, это чайная роза была, хотя цвета чем-то похожи. Он плотный, но ложится отвратительно, прям вот тянется весь и не выравнивается по ногтю. Но я всегда даю второй шанс, возможно, что-то я сделала в этот раз неправильно, и что-то просто пошло не так. Вот, дальше, что еще? Это я ждала больше всего, смотрите. Это я заказала свечи, они тоже были по акции, мне это для подарка. Вот это вот аромат, у них достаточно известная их туалетная вода. Она уже много лет у Эйвона, я не знаю, они ее, ну, наверное, не снимают с производства, что она пользуется спросом. Сейчас мы посмотрим, там должно быть две свечки, сейчас мы посмотрим, как они выглядят. Так, ну, в общем-то, вот, вот так вот это выглядит внутри, и вот они сами свечки. Конечно, я ожидала увидеть больше размера свечки, но тоже очень мило смотрится. Ну да, они ароматные. Именно вот тот запах. Я просто знаю эту туалетную воду у них. Очень приятный запах. Очень мило смотрится. То есть, знаете, ну, большие тоже. Попробуй сжечь, они быстрее запылятся. У меня сколько раз это поставил. Ароматно. Приятный будет аромат. В общем, мне нравится. И посмотрите, упаковка, коробка же, согласитесь. Очень приличная, такая стильная, черная. То есть, ну... Прям вот для подарка. Мне это пойдет для подарка. Так, ну еще, значит, что... Ой, сейчас. И вот еще одна туалетная водичка. Значит, мне она досталась за 55 рублей. Я, в общем-то, подписалась, выполнила какие-то условия. Значит, я могла на выбор взять, по-моему, мужскую, женскую туалетную воду. Я туалетным водам, к туалетной воде от Avon, там, Oriflame, Faberlic отношусь, ну, достаточно... скептически. Я всегда, мне они раньше сказали, что они пахнут, все ароматы у них на один лад, они не стойкие,
Но, говорят, сейчас, во-первых, много изменилось, и потом подумала, ну почему бы нет, не поэкспериментировать, господи, пусть будет, всегда приятно, да? Смотрите, флакончик красивый, кстати, флакон у них бывает очень часто красивые, очень такая огранка, такой фиолетовый цвет, очень симпатично смотрится. Сейчас я пшикну себе аромат и посмотрим. Ну, смотрится флакон, мне нравится, как сейчас я его положу. Флакон прям красивый. И да, ну такой ничего лишнего, ничего такого. В общем, стильненький. Сейчас аромат. Это я. Но вы знаете, первые ноты, я не умею описывать ароматы, просто я говорю, нравится, не нравится, да? Такой достаточно терпкий. То ли я много пшикнула. Ну, прям для меня тяжелый. Но не избитый. Не избитый, кстати, аромат. Ой, надо было сначала пшикнуть, показать, а потом нюхать. Показать весь обзор, а потом нюхать. Ой, а теперь проступает какой-то такой нежно, как будто ванильки чуть-чуть. Потому что первый прям такой, немножко спирт прям такой был, но это может быть и норма для начала. А вот сейчас уже лучше. Мне даже нравится. Дочь, хочешь понюхать аромат? Просто, может, у меня нос приелся. Ой, приятный, очень приятный. Вот, видите, дочь говорит, приятный. Да, еще раз понюхай. Но они такие вот, знаешь, самые повседневные такие Ну духи, да, вот они легкие. просто обычные. Да, обычные, легкие, вот так Захочешь пшикнуть, так парфюмерный для магазин такой. разнообразия, да, вот Да. как бы пшикнуть. Ну, в общем-то, не знаю, может быть, бабушке отдам, может быть, себе оставлю. Маме, может, предложить Пускай. ей, по нам оставить. Мне, да, у нас, кстати, сейчас не так много парфюма. Да, У меня, знаете, знаешь. сейчас много чего всяких для тела вот этих пшикалок, вот ароматов. И Фаберлик я заказывала, и Виктория Секрет у меня, и еще там какие-то мне подруга дарила, такие легкие. Я в комнате, в квартире себя хожу пшикаю, на волосы очень люблю. Слушай, я у тебя взяла маску, и куда ты ее дела в итоге? Класс. Я Вторую хотела показать маску вам что ли маску. потеряла? Сейчас найду, покажу. Ну вот, смотрите, как выглядит маска. Она хлопковая. У нее тут, ну, как бы она двойная. Она как сетчатая. Чуть не Да, дышать легко. в ней дышать легко такой материал. И самое главное, что у нее большие вот эти вот резиночки. Ой-ой-ой. Резиночки, они не оттягивают вот так уши, не оттопыривают. Они прям вон еще можно натянуть, то есть прям такие большие. Я ее взяла со скидкой за 79 рублей, то есть была скидка. Ой, мне очень нравится. Я хоть и не мерила, но классная. Мне нравится. Действительно, Лика хотела просто черную, там какие-то еще цвета. Хорошо прострочена, она двойная. Но она прям на просвет, если посмотреть, то она прям светится вся. Не знаю, как вам показать. Но, в общем, она вся светится. Вот, вот такой у меня был заказ. Уже следующий сейчас буду делать. Предновогодний. А уже это будет как бы в этом году, получается, крайний заказ, да? Вот там уже на Новый год кое-что закажу. В общем, вот так вот. Все, пишите, что вам понравилось, что вы хотели заказать. А я под видео оставлю ссылочку. Вы можете перейти и зарегистрироваться сами и получать скидки, призы, подарки. Вейвы не очень удобно. Доставочка, все, что хотите. Оставлю ссылку, переходите. А так оставайтесь, буду вам рассказывать. Может быть, у вас есть свой как координатор или там, не знаю. В общем-то, вот. Так что, например, и просто я к чему? Вот этих вот свечей не было в каталоге, да? Они были в другом маленьком каталоге, который у обычного представителей. Вот. Вы всякие можете для себя там находить штучки-дрючки, которые не для каждого клиента. Подписывайтесь, это правда удобно и выгодно. Все, всем пока-пока. Увидимся.